Перед началом войны на Донбассе, вы помните, у власти был Саша Турчинов, бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, по-моему, протестант и так далее. Ну, я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Он пастор протестантский. Да. Я его знал еще как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку. Как случайно, извините, он был комендантом Майдана, возглавлял государственный переворот. Ничего себе случайно. Ну, да, он участвовал. Стал исполняющим обязанности главы государства и начал войну в Донбассе, отправив туда танки и самолеты. Но это... Ну, вам виднее, вы там были, нет, это работали. Факты. Да, факты, это факты, да. Вы работали. Да? Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек. А, ну в политике... Как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства. И так далее.